Икру и рыбу камчатскую в Сочи знают и всегда ждут. В ассортименте более 30 видов. Слабосоленая, горячего и холодного копчения и, конечно, натуральная красная икра. Среди деликатесов – омуль, белорыбица, нерка и палтус. Царицей Камчатки по праву можно назвать чавычу – нежная слабосоленая рыба, максимально наполненная омега-3 и аминокислотами. За ней приходят не только местные жители, но и гости курорта. Язык проглочу. Без языка очень вкусно, малосольненько. Мы здесь берем часто рыбу, любим рыбу. Охлажденную берем. Икру взяли, чавычу взяла. Очень вкусная, полезная для людей серебряного возраста, то, что нужно. Я взяла попробовать икры немножечко, внучки, и кусочек рыбки чавычи. Вот такая рыба. Пожалуйста, приходите, покупайте. Местные жители рады, что теперь и в Лазаревский район приезжает выставка-ярмарка «Икра и рыба камчатская». Ждали, в принципе, хотели, чтобы это было, потому что в Сочи это далеко и неудобно, а здесь пришел и как бы взял то, что хочется. Чтобы сохранить свежесть, натуральный вкус и витамины, которыми так богаты морепродукты, деликатесы доставляют без использования заморозки. Выставка-ярмарка «Икра и рыба камчатская» расположена справа от центрального входа торгового центра «Бирюза» и будет работать до 24 февраля включительно. Ксения Синявская, Дмитрий Петрий. Время новостей.